то ли я уже не чувствую вкус острого, то ли они не острые. Ну, можно. Как, знаете, вот в Японии получается вот эти вот горячие источники. Везде иероглифы японские, и внутри играет японская музыка. Ребят, мы, короче, нашли залежи нефрита. Жарко, жарко. Вот, смотри, бирюза вообще какая. Так, вещевую затарку провели, ребят, сейчас будем кушать. А? Что это такое? Краб. Хочешь? Да. 22 юаня. Сейчас давай посмотрим сначала. Мы сэкономили на... Да, на всем. Мы сэкономили на всем, ребят. О, мои любимые. Нет. Или в конце. Короче, ребят, это сумасшедший фудкорт. Это просто нереально. Смотри, мои любимые ракушки. Крабики. Я сейчас закрою. Штамп под нос. Давай. Да. Это улитки. Они масенькие. Да. Раки. Раки? По 40-ету. Все, берем. Мы же мне шмотки должны были купить. Получается, 79 юаней сэкономили. Одну такую. Может, лучше крабов возьмем вместо раков? Давай одну такую возьмем. Да они ебанские. Посмотри, какие у них ноги. Ну, там жрать нечего. Ну, пожалуйста. Да? Да. Давай. А мы можем и то взять. Ну, ладно. Нихао! Ребят, сумасшедший фудкорт! Давай, пошли! Поехали! Это образец, чего можно у них взять? Поехали! Может, ты понесешь вот эту? Блять, воду эту. Иди не пакет. Сейчас. Так. Это что такое? Тофу яичный. Давай, раков, бери самую большую. Она горячая, пипец. Да? Да. Точно они? Сиси. Улитки. Улитки? Снял улиток? Да все снял. Улитки нам не нужны. Манты рубленые. Тоже не надо. Аккуратно. Аккуратно. Пойдем. Пойдем дальше. Пропустите инвалида. Вот это что такое? Кальмар. Берем? Три. Нужен кальмар? Подожди. Чё? Это видео? Одна 18. Да. Чё, возьмём одну? Или нам не хватает? Да возьмём, давай, бери. Там, если есть в нём что-нибудь есть. Вот тут получше. Какая? Вот это первая. Мне кажется, получше. И давай что-нибудь.
такое, чем обычное. Да, нормально. Да, нормально. Это вот шишочки. Сейчас, подожди. А вот лепешки. Давай лепешки, они, короче, с этим. Чем? Сейчас, секунду. Может, все-таки лапши там вначале давай возьмем, лапши да? Возьмем, да? Ребят, взяли раков, взяли краба. Всякие вкуснятины. Ты бути. Цига дошауцы. Сейчас, подожди. Берем за 26. Они все. Ну, с маском что ли? Ну, можно. Не такие, конечно, как у тех наших ребят. А больше там не было, да, супов? Кто там? Хуя! Может, смотри, вот такую. Нудл и порк. Давай. Что такое? Или длинную, широкую? Нет, ну я вот такую. Да? Вот. Тига, Ига. Праздник живота, ребят, тут проходит. Просто праздник живота. Вон, приготовление. Точка. Обработают. Причувствую, что одна 12. Тогда ты выложишь вот эти три штуки, возьмем одну. Ну, мы иностранцы, нам позволительно. Да? Конечно. Но они на, мы думаем на них, вот тупые, а не на нас, да? Да. Ну, что ты не понимаешь, вот все же написано, вот, читай. Да. Свинья с, это, с овощами. Раз, 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 раз. А нам ложка нужна где-то? Да, я достану тебе ложку. На, держи. Оп. Еще, еще мать чуть-чуть. Еще мать чуть-чуть. Все сильнее. Бать там, блюдо. Тоже набрали раков, глядя на нас. Если, короче, он скажет дорого, то тогда просто берешь эту коробку и уносишь. Но я думаю, это все, потому что, ну как ты один, ты на что его положишь? На поднос мясо? Салфеток у них нету, блядь. У меня есть одна. Ложки. Вот, ребятки, наша еда. У нас, ребят. Супец. Все как надо. Все как ты любишь, Скоробеич. Сейчас попробуем. И вон вид у нас на старый город. Попробуй, остро, нет? Сильно остро. Пиздец, как остро. Да? Я тебе говорю, просто тут... невозможно. Ну тут все остро. Пиздец. Аж слезы из глаз пошли.
Ну как, есть можно? Островато? Мясо нет. Острое. Мясо не острое? Суп-пидет. Ну ты же говорила раньше, что ты любитель соус. Это до Китая, да, было? Да. Вон они, раки, дожидаются своей участи. Вид у нас из ресторанчика, ребят, такой на старый город. Да? Да. Ладно, кушаем. То ли я уже не чувствую вкус острого, то ли они не острые. Скажем так, но они очень вкусные, кстати, сладенькие. Но они должны быть острыми. Либо... Либо с пряностями. Либо я уже не... Они с пряностями. Значит, чуть-чуть не острые. Есть можно вообще? Mm-hmm. Да? Все, ребятки, приехали мы в сауну. Вон Скоробеич стоит, улыбается. Еле как добрались, плохо видно, правда. Настоящая корейская сауна. Здоровенное здание, новье. Вот, ребят, так выглядит сауна внутри. Вот циновочка. Все ходят босиком, она новая. Все убирают, дезинфицируют. Четырехэтажная, в таком вот каком-то японском стиле. Четыре этажа, комната отдыха. Сейчас уберемся. Сейчас я помогу. Ребятки, вот украдкой смог забраться в местечко, где никого нет пока. И можно поснимать. Это везде висит предупреждение, что съемка запрещена. Ну и плюс люди, естественно, голые ходят. Вот это под открытым небом. Вот сейчас на улице дождь идет. А тут такие типа японские термы. Вот это купели. Вот смотрите, бамбук. Все так аутентично. А внутри получается много различных ванн. Души типа Шарко, потом джакузи, все что хотите. Есть бассейн с водой на заваре розовых лепестков. Розовая вода розами пахнет. Другая там с солью. Третий бассейн с этим, с молоком каким-то. Один там с мелом. С чем только нету там, для всего-всего-всего. Так круто. А вот тоже посмотрите, какая. Как знаете, вот в Японии получается вот эти вот горячие источники. Везде иероглифы японские, и внутри играет японская музыка. Я так понял, это не корейская все-таки, а японская. А японская типа сауна. Сейчас попробую внутри. Идет, идет. А вот я в лобби сейчас вышел. Тут гостей встречают. Вон там переодевают в японское кимоно. Вот это вот женское отделение, где они голые там парятся, моются, их там скраб туда-сюда. Вот это мужское отделение, где мы сейчас с приятелем были. Но съемка внутри запрещена, я такой краткий кусочек смог вам всем поднять. Сейчас, а мы пойдем на верхний этаж, там можно отдохнуть, полежать. Отдых, комната отдыха там наверху должна быть. Ребятки, очень хорошо сделано в таком стиле японском. Сейчас я вам покажу. Мы, короче, решили, девчонки говорят, давайте нарядимся все одинаково в розовое, получается, в розовые эти, как его, кимоно. Блин, нету, не могу найти зеркало. Сейчас переключу на фронталку. Вот, ребятки, такое кимоно. По-японски сидим. Чаи гоняем. Сейчас девчата наши напарятся, выйдут. Кореш мой куда-то пропал. Не знаю. Не знаю, где он. Может, они уже наверху? Поедем. Поедем, поедем, посмотрим. Но это не дело, да, ребят? Мужику вот в таком розовом халатике, кимоно. Но если дама сердца сказала, что дамам откажешь, они говорят, в розовых кимоно, так в розовых кимоно, ребят. Походим. Не переломимся, да? Сейчас я на втором этаже. Тут на втором этаже, ребят, типа покушать можно. После того, как распарились. Можете покушать. А, и баня есть. И баня тут турмалиновая есть. А вот он фудкорт, типа. Китайцы кушают.
отдыхают. Слушай, там это есть, турмалиновая. Он на втором этаже. Сейчас, подожди. Я видео сниму. В кадр не попадает, это же секретная личность. Вот, ребят, бамбуковая. Циновки бамбуковые. Все на дереве сделано. Очень круто. Давай. Сейчас мы на отдыхе находимся. Вот тут, тут на отлежечке, то есть после всех этих процедур полежать, ребят, отдохнуть. И можно уже потом в аэропорт отваливать. Все, будем лежать. Наши куни еще на зоопарке. Вот, ребят, смотрите, это вот знаменитая корейская сауна, называется Могилки. Видите? Да. Лицо закрой. Я поснимаю. Ну просто он там это, там фишка, короче, его снимать нельзя. Он всегда же в это, подставной теме. Ну мы должны скоро вскрыть. А ты-то что закрываешь? Смотри, какой камень. О, нефрит, блядь. В карман суй. Это нефрит, суй в карман. Можно обработать и носить. Точно нефрит? А вот эти, какие красивые. Ребят, мы, короче, нашли залежи нефрит. Вот, смотри, бирюза вообще какая. Я один камень спизжу себе. Я тоже один на память. Смотри. Это природный реально камень, видишь? А следующая сама добавлена написана или нет? Нет, все разное. Там песок может. Посмотри. Вот это не очень. Вот это я, не очень? Я красивый находил, но я его запомнил. Вот, смотри, это видно, что природный, да. Вот он. Сейчас бриллианты, смотри. Бриллианты, да. А ты думала, что не жарко? 40 градусов. На улице меньше было жарко. Слушай, тут разные вообще камни есть. Это обычные камни, блядь, сорняка. Пошли в следующий. Ну смотри, что вот это такое, как ты думаешь? Ну тут красиво, конечно. А там соляная, у вас была еще и соляная сауна? Ну там просто сауна и солью можно натереться. Они не обработаны, поэтому как бы да, они там где-то. Ребят, короче, тут можно набрать камней, обработать их и продавать. Золотиться, да. Это полудрагоценные. Скоробейкина, расскажи, что тут? Соль. Соль? Крупная. Покажи. Крупная соль. Ну покажи. Такая? Да. Розовая? Розовая. Как мы в Москве покупали и перетирали. Помнишь розовую соль? А, с этой, да. С этого. Слушай, и стены, да, тоже из соли, да, у тебя? Вот, смотри, прикинь, из соли эти. Это соль, да. Это очень полезно, кстати. Это самое полезное. Охренеть. Очень круто, ребят. Это просто нереально. Там 55 градусов, там еще прикольно. Там все черное и песок. Ну, вот эти камни черные. Да? Сейчас просто мы туда черный сходим. Ребят, Скоробейкина вам стоит. Короче, такие камушки. Черные. Они очень гладкие. Там я тихо разговариваю, потому что люди отдыхают. Камень здесь природный, не искусственный. И получается здесь 59 градусов или 54. Очень жарко. Да, вот это самое жаркое. Скоробей, у тебя такая прикольная накидка. Как у тебя, а? Вот, 10 градусов, ребят. Так, да. Да. Вот, а какой полукруг.
Пошли. Ребят, 10 градусов. Пару секунд буквально, снизу уходим. Да. Дыши. А не будет плохо? Нет, это не будет плохо. Все по уму. Я в Корее в такой день был, только еще холоднее было. Около 5 градусов было. Конечно. Тут больше всего хорошо. Ты видели, там по нарастающей идет, да. А потом 67. 67. 70. Просто я дверь открыла, да? И стало 69. Да, вообще на 70 градусов, да. Да, надо выходить что-то, а то опасно. Ой. Сейчас, подожди. Сейчас я покажу, ребят, это самую мощную 66-70 градусов. Тут люди лежат, отдыхают. Вот самая мощная 66 градусов сейчас показывает. Скоробей. Да. Юрта совсем не юрта. Слушай, а вот там тоже все в соли. И не так жарко чувствуется. Почему-то. Да? Очень сухо, да, как-то. Поэтому может. А тут как-то какой-то запах, я не пойму. Резины горелой в этом. Да, точно, горелой резины. Давай посмотрим, она там сидит уже долго, не выходит. Идет там вообще топаз какой-нибудь. Смотри, как светится. Ребята, смотрите, как светится. Смотри, как печка. У меня голова заболела, не пошла. Иди в холодную, сходи еще раз. Как-то холодно было, да? Да. Если вверх, то и потом. Знаешь, как будто резина какая-то поела. Смотри, крем. Ребят, я, короче, напарился просто нереально. Сейчас еще заходил в холодную комнату, еще раз зашел. Потом полежал минут 10 в 70 градусной. Потом еще раз в холодную, напился тепленькой водички. Все, надо отдохнуть, поспать пару часиков, полтора. И можно в аэропорт уже выдвигаться. Да. Это ебеня, я ей сказал, у них в Пудуне филиал есть, чуть побольше. Ребят, я вот темноту сейчас снимаю, ничего не видно. Ну что, закончился наш шанхайский трип. Таким конкретной, такой хорошей, жирной точкой. Мы побывали в офигенной сауне. Это, пожалуй, лучшая баня в Китае, в которой я был, потому что ее строил не китаец. Как говорит Сергей Симонов, пожалуй, лучшая сауна в городе. Да, в городе. Потому что ее строил не китаец, а японец. Все в японском стиле, все модно. Офигенно, аутентично, деревянно, там камни эти, блять, я камень забыл. Что забыл? Камни забыл в этом, в штанах. Господи, я думала, камеру. Ты тоже? Нет, я их выкинула. Ты выкинула, ты тоже я в штанах? Я взяла в сумочку, конечно, положила. Ты выкинула, ты дашь один мне какой-нибудь сам? У меня один, я один. Значит, надо вернуться. Тебе дали бесплатный билет? Билет дали, да.
Короче, ребят, стоимость билета 138 юаней на человека. Париться можете там 24 карты. Да, если берете вип-карту за 118. Вип-карта стоит 50 юаней. Дорогие 100, да. Но, если честно, вы будете в Шанхае, вы в жизни эту не найдете, эту сауну. Она только новая, но вообще, блядь, ее даже таксист. Адрес, точно адрес. Да, находится она рядом с аэропортом Хуанцзянпяо, а мы сейчас едем в Пудунка сюда, не знаю, сколько по счетчику будет. А что, угорала на ресепшене тёлка, блядь, да? Блядь, она говорит, вы, говорит, в Пудунана, ха-ха, что, блядь? Пудунана, блядь, это вообще, я говорю, сколько? Другой конец, достаю. Достаю юаню ложимся, на он такой, блядь, я вообще не знаю, сколько. Нет, ты что, юань 200 будет. Ну, едем, посмотрим. А, да. Что там? Мы под водой едем. Под нами, ой, над нами река, да, сейчас? И чувствуется, да, как-то? Да, немножко чувствуется давление. Да, она широкая. Это так кажется, что она маленькая. Река вообще здоровая. Широкая, в смысле, она широкая. Она широкая, да, да. Вот. И небоскребы стоят, это кажется. А там я смотрел, получается, когда вот сегодня мы поднимались на небоскреб высокий. Ты смотришь, там здоровенные танкеры по ней какие-то идут. Но она раза в три шире, чем из моря. А танкеры вот такие маленькие. В смысле, да нет, то есть их там столько можно вести. Все, ребят, выехали. Не, этот туннель я читал. Я уже не расспрашивал. Хотя я считаю, что я похожа, я не изменилась, фотка-то новая. Скоробейкина. Я только вот в октябре фотографировалась. Что это у вас такой дядя тут? Короче, ребят, все, прилетели, приехали в аэропорт, прошли паспортный контроль вообще так долго, потому что девочка новенькая сейчас в паспортном контроле. Блядь, не работает, не работает. Сегодня закрыто. Хотим покушать. Да закрыто все. Все закрыто, просто закрыто. Сейчас будем искать, где пожрать. Ебать. Мы на 3500 жрали, блядь, в кафе, там итальянское, из Италии жир привозят для пиццы, блядь. Да, ребят, а тут получается, смотрите, мы взяли 3 бутылки воды на 540 рублей. На наши деньги. Вот вода обычная. В магазине, в китайском магазине эта вода стоит 1 юань. Но я понимаю накрутку, но не в 18 же раз за бутылку воды. Кстати, да, 18 раз. Ну, так она стоит вообще пол юаня такая вода. Да, она юань, 2 юаня. 2 юаня, да. Да. Что там взяли? Гамбургер 450 рублей. Ну ладно, но гамбургер, я посмотрел, он 40 грамм. Что за гамбургер такой? М? Мало? 40 грамм? Да. Это вот такой. 40, это меньше 100. Это как тарталетка такая. Как у нас гостиница. Это как у нас гостиница. Короче, 3500, ребят. На 3500 сейчас посмотрим, что нам принесут в аэропорту Гонконга. Мы сейчас с Сингунгрид, мы были в арабских эмиратах. Вода по 200? Ну что, ребятки, вот подошел к концу наш шанхайский трип. Садимся на самолет до Владивостока. Через 3 минуты закрывают выход. Нам пора. Руки в ноги и идем. Да, Скоробейкина? Следующая остановка Владивосток. Дядя, ты как себя чувствуешь? Мы одного пацана, короче, это потеряли. Пацана Шанхай не отпускает, да. Ладно, ребят. Всякие уже там взлеты, подъемы, садиться к бумагу, это нахер не буду снимать. Да, ребятки, в общем, уже час полета идет. Еще осталось полтора часа до Владивостока. Что нам тут подали? Сэндвич с курицей, цезарь и томатный сок. Скоробейкина спит, поэтому сок будет дожидаться. И цезарь тоже полежит. Сэндвич, в принципе, попробовал.